Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, как вы уже поняли по отсутствию макияжа из названия, мы будем с вами делать макияж. Макияж в школу, в университет, на работу. Делаю я этот макияж, потому что начинается новый сезон, наступает осень. 1 сентября у нас всех, поздравляю с этим прекрасным днем, с 1 сентября. И кто-то вернулся в школу, кто-то вернулся в университет, как я, кто-то вышел с отпуска. В любом случае, очень актуальная тема, как же ходить в нынешнем сезоне на работу, в школу, как быть и днем красивой, обворожительной и с очень классным трендовым осенним макияжем. Итак, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. На лице у меня уже нанесен мой любимый Baby Glow от Guerlain. Я пока не меняю свой тональный флюид на более плотные, более тяжелые продукты, потому что хочется какой-то легкости летней сохранить. Плюс еще кожа достаточно ровная, красивая после лета, даже несмотря на то, что я в этом году не побывала в отпуске. Полный обзор на это средство я обязательно вам прикреплю выше. Также область под глазами, какие-то маленькие воспаления я тоже подкорректировала. У меня консилер от Shiseido, это моя новинка, показывала видео о своих последних покупках. Очень хорошо держится, очень стойкий, при этом не сушит кожу под глазами, прекрасно убирает все недостатки и к тому же подсвечивает кожу. Выглядит очень-очень натурально, как будто у вас действительно отдохнувший вид был изначально. Уже сделана коррекция бровей. Коррекцию бровей я тоже прикреплю сверху. У меня, в общем-то, с тех времен, когда я снимала для вас видео, ничего не изменилось. Берем скульптор. У меня будет Master Sculpt. Это палетка для контурирования со скульптором и с хайлайтером. Но скульптор нам нужен не для контура, не для скульптурирования лица, а для других целей. Кстати говоря, контурирование, я думаю, что делать сегодня не буду, потому что в нынешнем сезоне у нас такое актуальное течение, это стробинг. Буду делать коррекцию лица исключительно за счет светоотражающей. И наносим на складку века, как обычные темные тени. Выделяем эту складочку. Можно, как всегда, хитрить, рисовать ее чуть выше. Далее берем палетку с более-менее натуральными оттенками. У меня это будет Tarte Femme Natural. Я не знаю, выпускается ли эта палетка сейчас, но здесь вот такая вот очень-очень классная подборка цветов. Мне кажется, она идеальна как раз-таки на осень. Тем более у нас актуально именно такое сочетание золота и розового в оттенках. Здесь есть такие оттенки, поэтому очень-очень рекомендую поискать эту палетку, если она до сих пор выпускается. Я беру вот такой вот оттенок розового золота и наношу этот оттенок розового золота на подвижное веко. Далее выбираем более светлый, более нейтральный оттенок, тоже можно шиммерный. Я выбираю вот такой вот цвет шампанского и добавляем в уголок этого оттенка, под бровь. Далее берем темный оттенок, у меня это будет такой вот бордово-коричневый, матовый, и добавляем в уголок. И в самый-самый уголок слегка добавляем для того, чтобы углубить наш взгляд, какой-нибудь темный нейтральный оттенок. У меня будет такой теплый серый дымчатый оттенок. Совсем чуть-чуть добавляем его в самый-самый уголок. И растушевываем этот оттенок, естественно, тем оттенком, который мы использовали до этого. И добавляем немного смеси этих двух оттенков в тон. Далее берем жидкую подводку, можно фломастер, любую подводку, которая даст вам тонкую линию. У меня будет суперлайнер от L'Oréal, это суперлайнер Perfect Slim. То есть вот такой вот фломастер с очень тонким наконечником. И рисуем стрелку. Причем начинаем рисовать стрелку с середины. То есть это более актуальная на данный момент стрелка. Что-то наподобие стрелок 60-х годов, стрелок Мерлин Монро. То есть очень тоненькая такая
и которая не вздернута вверх, а идет дальше по, скажем так, линии вашего века, ресничного края. Начинаем с серединки. Далее берем скошенную кисть, любые черные тени, у меня будет из палетки Sephora. По-моему, эта палетка у них постоянно есть в разных изданиях. То есть вот эта вот большая палетка из 36 цветов. Точнее, 33 цвета и 3 подводки гелевых. Итак, берем обычный черный тень и дублируем нашу подводку, которую мы делали. Точнее, и дублируем нашу стрелку, которую мы сделали. Далее подводим черным карандашом все межресничное пространство, чтобы наша стрелка смотрелась на глазах органично, а не оторванная от всего общей картины мира, скажем так. Аккуратненько подводим, чтобы не оставалось никаких проплешин. И красим ресницы. У меня будет Masterpiece Transform. Показываю ее тоже в своих покупках. Потрясающе классная тушь с силиконовой кисточкой. Далее выделяем нижнюю водную линию светлым карандашом. У меня это карандаш очень мягкий от Ева Мозаик. Вообще карандаш для губ, но мне он очень нравится для этих целей. Далее берем хайлайтер, желательно какой-нибудь в розово-золотистых оттенках, не жемчужно-белый. У меня это будет Girl Meets Pearl от Benefit. У меня вот такая вот мини-версия, но мне как-то... Даже ее не использовать до сих пор. И наносим на все наши участки, которые нам необходимо подсветить. Наносим на вот эти вот выступающие косточки на лбу. Можно добавить сюда чуть-чуть хайлайтера, чтобы подчеркнуть наши скулы хоть каким-либо образом, у кого действительно не хватает. Далее наносим помаду. У меня это будет помада 115 оттенок Brune Actress от L'Etoile. Но наносим мы ее пальчиком. Я не нанесла контур, чтобы не делать активно его. Я тоже аккуратненько буду добивать. То нашей помаде добавляем румяна. У меня будет румяна от NARS, это оттенок синий. Чуть-чуть добавляем румян, потому что они такого активного оттенка, но румяна должны быть видны на лице, так как у нас нет контура. Вот такой вот модный, стильный, актуальный образ на осень у нас получился. Постаралась я учесть для вас основные модные тенденции, которые более-менее удобоваримы для дня. То есть это тот же самый стробинг, это активные румяна, это контур губ достаточно размытый. Если вам понравился этот макияж, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой макияж на осень в этом году вы выбираете для себя, какие тренды вам близки, какие макияжи вы хотите видеть у меня на канале. Это все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео.